Доброе утро, девочки мои. Я проснулась и смотрю, что у нас на улице. На улице показывает плюс 1 или 2 градуса. В общем-то, мороз был минус 6 или 7 ночью. Ну, я смотрю, так вот подморозило и сухо стало. Ну, ветерочек очень-очень слабенький, почти нету ветра. Ну, а небо, так сказать, не солнечное, но не пасмурно. Не так, чтобы сильно пасмурно. В общем, короче, нормально, прохладненько. Зима вернулась, можно сказать. Но не сильная зима. У нас на этой неделе будет чуть-чуть плюс днем и минус небольшой ночью. Переживем, ничего. Еще раз доброе утро, мои хорошие, мои любимые девочки. Я уже проснулась, в общем-то, давненько, лежала, телевизор смотрела, потом думаю, так, хватит, надо выключить его и начинать что-то делать. В общем, я сейчас хочу сделать зарядку, как без нее. Многие из вас в комментариях просят, чтобы я зарядку показывала, потому что делают вместе со мной. Вот поэтому я для вас специально, в общем-то, зарядку сейчас включу и будем делать вместе. А потом я хочу сходить в магазин, потому что один комментарий у меня вчера был, что там в магазине что-то там разбирают у кого-то. Ну, я в магазине была позавчера, буквально вот когда я заканчивала предыдущее видео, я шла по улице, закончила его на улице. Потом я заскочила за хлебом в магазин и пошла домой. Но в магазине я ничего такого не видела, никаких таких изменений, ни людей, ни очереди, ничего. Ну, а сейчас просто мне хочется уже любопытства ради сходить, ну, там кое-что по мелочи купить и посмотреть, что у нас там есть, какие там цены, в общем, что, чего, к чему. Просто интересно, любопытно посмотреть. Так, ну и давайте сейчас переодеваемся, приступаем к утренней разминке. Это даже разминка, она очень легкая. Кто-то в комментариях написал, спрашивает меня, не болит ли у вас там спина или что-то после зарядки. Она, девочки, зарядка очень такая легкая. В общем, я не делаю никаких резких движений, как вы видите, да. То есть там все как бы плавно и все как бы на растяжку. И опять-таки, по мере ваших сил, по мере возможности, по мере вашей гибкости, да, переусердствовать не нужно. Но я не переусердствую, я делаю спокойно, без напряга. Для меня цель разминки – просто размяться и немножечко получить какую-то вот бодрость, заряд бодрости для того, чтобы двигаться и что-то делать дальше. Вот, ну и поэтому пошли делать зарядку. Всем привет, с вами я, Ивана, с вечными странными шуточками, прибауточками. Давайте заниматься зарядкой. Начинаем. Мы с вами ходим вперед на носочках, обратно на пяточках. На носочках. Хорошо. И на пяточках. Разминаем с вами голеностоп. Спину удерживаем ровно. Угу. И назад на пятках. На носках. И на пятках. Угу. Назад очень забавно включится. Хорошо, теперь вперед на внешней стороне, на внешнем ребре голеностопа, а обратно на внутреннем. Это да, это тоже странно выглядит, поэтому это делаем аккуратно. На внешнем, особенно если я опять же напомню кроссовки, как у меня, с такой выпирающей подошвой. И закончили, хорошо. Перекаты с пяток на носки. Хорошо, еще. И закончили. Супер, сейчас мы с вами на одной ноге чуть-чуть также проработаем и подразогреемся, скажем так. Одну ногу отрываем, стараемся держать равновесие и выполняем с вами 5 подъемов на носок на одной ноге. Раз. Представляете, если сильно падаете. 2, 3, 4, 5. И поменяли, другая нога. 1, 2. Стараемся удержать равновесие. 3, 4, 5. Хорошо, закончили. Ноги ставим на ширине плеч. Опускаемся вниз и вращаем правую ногу вовнутрь. Разминаем колено сустав. 1, 2, 3, 4, 5. И другая нога. Также работаем. 1, 2, 3, 4, 5. Хорошо, закончили, встали. Сейчас будем с вами также двигаться вперед-назад. Вперед мы проворачиваем согнутую ногу вперед на каждый шаг и меняем, чередуем. То есть шаг, чередуем ногу.
Давайте 4 вперед. И теперь 4 назад. Проворачиваем ногу назад. 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 Хорошо. Снова вперед. Раз. Два. Максимально амплитудно и широко. Три. 4. И назад. 4. Раз. Два. 3. 4. Супер. Хорошо. Сейчас также вперед выходим. Ногу выставляем одну вперед. Колени прямые. Не сгибаем. Вниз наклон. Раз. Делаем микрошаг. Два. Наверх не поднимаемся. Ну, маленькая пружинка. Три. 4. Хорошо. К двум ногам пружинки. Раз. Два. 3. 4. Выросли. Развернулись. То же самое на другую сторону. Маленький микрошаг. Ноги узко стоят. Раз. Два. Прям микро-микрошаг. Два. Три. 4. Угу. Подставили пружинки. Раз. Два. 3, 4. Вырастаем. И еще разочек один. Вниз. Колени прямые. Два. Три. Угу. Подставили и пружинки. Раз. Два. Три. 4. Через круглую сейчас вырастаем спину. Хорошо. У нас с вами наклон вперед, наклон назад. Назад. Когда мы выполняем наклон назад, стараемся втягивать свой живот, напрягать его прям, поддерживать. И прогибаемся не прям очень жестко, чтобы не перегружать нашу поясницу. Руками упираемся в поясницу, можно в ягодички. Маленький наклон. И также наклон вперед с утяжением рук вперед. Пружинки. Угу. Снова назад. Раз, два, вперед, три, 4. И еще раз. Раз, два. 3, 4, финальный. Раз, два, 3, 4. Супер, хорошо. Закончили. Работаем плечами, проворачиваем руки в плечевом суставе. Вперед. Хорошо, работаем, работаем. Активно, активно. И назад. Прям максимально широко. Хорошее движение, такое большое, длинное. Угу. Ноги поставили на ширине плеч, руки у груди, выполняем повороты только в корпусе. Раз, два, три. Здесь мы не расслабляемся, не прогибаемся, все в тонусе. Вот прям напрягите, выпрямите спину, подкрутите таз, втяните живот и макушкой тянемся в потолок. Хорошо. Спина, позвоночник у нас сильный. Вытягиваемся. Угу. Хорошо. И опустились вниз. У нас одна рука стоит внизу, другая наверху. Я думаю, всем знакомо упражнение солнышко. Мельница. Мельница. И мы выполняем с вами мельницу. Раз, два. И взгляд устремлен за верхней рукой. Три, 4. Спина ровная. 5, 6, 7. 8. Остаемся внизу, маленькие пружинки к полу. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Хорошо. Пятки соедините поуже, чуть-чуть опустите таз. Не у всех получится сесть прям максимально в это положение, насколько получается. Регулируйте ширину ног, как кому удобно. Да, может быть, у вас таз будет выше, ничего страшного. Постарайтесь опустить. Одной рукой упираемся с вами в одноименную ногу. Второй рукой разворачиваемся назад за свою спину. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. И поменяли. Другая. Раз. Сторона. Два. Три. Четыре. Пять. Хорошо. Закончили. Сегодня наша зарядка подошла к концу. Я надеюсь, ваше настроение улучшилось, вы немножечко взбодрились и готовы завершить великие дела сегодня. Ну вот, девочки, сделали зарядку. Зарядка всего 8 минут, она очень быстро проходит. И вот, на мой взгляд, это упражнения несложные, их можно делать легко. Мне кажется, ну, практически каждый может с этими упражнениями справиться. Кстати говоря, напишите мне в комментариях, те, кто делает со мной зарядку, трудная ли зарядка, или она вам легко дается.
И вот как помогает она вам в бодрости. Вот я, например, сейчас сделала зарядку, я чувствую, что кровь пошла, 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 и какое-то вот проснулась уже окончательно, потому что когда кофе попьешь, ну, не до конца еще просыпаешься, долгая раскачка. А вот так вот немножечко поразминаешься, и уже я чувствую, что прям все тело заработало, проснулось, и, в общем, можно теперь двигаться куда-то дальше. Сейчас я переодеваюсь и выхожу в магазин. Ну вот я и вышла, девочки мои. А что, на улице, в общем-то, нормально. Ну так, прохладненько, ветерочек дует все-таки. Это, видимо, у меня с той стороны не дует. Вот, ну ничего, свежо, морозненько чуть-чуть. Ну хорошо, свежий воздух. Пройдемся, подышим. Иду в Пятерочку, потому что в Пятерочке там скидка пенсионерам до часу. А в Магните до 11. Ой, лед на вообще на это на лужах прям такой сильный. Видите какой? Вот, поэтому в Пятерочку. Ну потом я уже привыкла к продуктам из Пятерочки, они немножко все-таки различаются с Магнитом. Кое-что в Магните беру, но по большей части Пятерка. Так, все, идем. Идем смотреть, что там такое. Ну, при подходе к магазину я пока ничего такого не вижу, чтоб люди тут с сумарями прям сильно выходили. Ладно, заходим. Маску натянула. Пошли. Я не вижу, чтоб тут был какой-то ажиотаж. Ну, пойдемте дальше. Во, бананы появились, а то их не было недавно. Возьму парочку. Так, бананы немного подорожали. Ну, понятно, это же у нас не выращивают, по-моему, бананы в России. Так, виноград кишмиш 279. Ладно, без него обойдусь. А вот мандарины нормально 79 стоят. Апельсины 89. Идем дальше. Растительное масло. Вот такое я обычно беру. Оно у меня еще есть пока. 101,99. В общем, нормальная цена. Чуть-чуть немножко поднялась. Вот, я люблю вот такие вот яблочки. Они прям солнышком налиты. Яблоко сезонное, 82 рубля. Так, ну я подошла к своему любимому творожку. Творожный Даниссимо. Я смотрю, по акции скидочка. Вообще, я брала по 60 рублей последний раз. Но сейчас 62 написано. Ну, сейчас по акции возьму. Очень хорошо. Вот это вот мне нравится. Манго и маракуйя больше всего. Ну, еще что-нибудь возьму. Мой любимый пингвик. Киндер пингвик вот этот вот. Тоже по акции сейчас со скидочкой. Возьму парочку. Так, ну что у нас в курином холодильнике? Видимо, завоза еще свежего не было. И, кстати говоря, холодильник все-таки разморозили, помыли. Я показывала в прошлый раз, он был что-то не очень. Ну вот они цены. В общем, я не вижу, чтобы они так глобально изменились. Может быть, чуть-чуть, совсем самую малость. Так, ну мне курочка не нужна. Идем дальше. Так, а вот моя сметанка любимая. Стоит 66,99. Что-то она, по-моему, подешевела даже вообще. Ну, я возьму. Сейчас я посмотрю, какая дата. Так, творог 15%. Вот этот посвежее возьму. 119 стоит, но он 100 с чем-то стоил, ну может рублей на 10 поднялась цена. Ладно, возьму. Так, ну а молоко я в принципе смотрю тоже вроде как, мне кажется, что дешевле стало. Ну во всяком случае вот так же оно вроде и стоило. В общем, нормальная цена. Так, красная цена, вот этот сыр российский обычно я беру, да? Вот его цена 49,39. Ну, в общем, существенное изменение в цене я вообще не замечаю. Незаметно для меня. Я даже не помню, сколько он стоил, но я не вижу, чтобы сильно подорожал. Так, ну вот они цены на сливочное масло. Вот, честно говоря, я масло беру только вот это в основном. Вот, но оно чуть-чуть, по-моему, или 89 оно что ли стоило, или 79. Ну, вроде тоже чуть-чуть, мне кажется, поднялась цена. Так, ну а что у нас тут с сосисками? Вот это вот родионовские, да? Вот эти я люблю, сосиски.
И вот они 299 стоят, но я не знаю, сколько они там, чуть-чуть, может быть, меньше стоили. Ну, особо сильно разницы как-то я не замечаю. Ганноверские, вот она цена у нас по выручей карте. Тут вообще 1+1, берешь две упаковки по цене одной, вообще отличная. Очень много, я смотрю, все-таки есть скидок, акции вообще. Все-таки акции продолжаются. Ну вот я пришла в колбаски, да, вот салями финскую я брала как-то, да. И мне кажется, она даже стоила подороже, больше 200 рублей стоила. В общем, короче, особо тут не вижу, особо подорожания никакого я тут не замечаю. Так, ну а что у нас с вареной колбасой? Вязанка у нас докторская, 269, ну она, по-моему, так как-то так и стоила. А это какая вязанка? Это вязанка у нас со шпиком, 224 стоит. Но я ее не брала, не помню, сколько стоила. Так, ну а рыбка 349, 350 почти стоит. Форель слабосоленая, я недавно брала, но она стоила 200 с чем-то, но дешевле стоила. Ладно, выгодно пишу. Так, селяночка, это сорт первый. Ну что, цена не изменилась, такая же осталась. Прекрасно. Так, мне нужна каша манная. 41 рубль стоит. Надо взять ее. Она мне закончилась. Почти мало осталось. Так, ну крупы у нас тут есть. Всякие разные. Рис обычный 71 стоит. Вот тут какой-то беленький, прям хороший рис. Вообще 3 килограмма, 214. Другой всякий разный рис. Риса полно. Так, что еще? Крупы вот такие. Ну, дешевые крупы, они он есть. И, в общем-то, цены не изменились. Все есть. Так, ну а макаронные изделия тоже есть разнообразие. Разные также и цены. Вот ладные, пожалуйста, 36 рублей. Нормальные, я брала их, пользовалась ими. Красная цена 18 рублей. Вообще дешево. И вот Макфа 64 рубля. Сколько стоила, не помню. Ну, где-то так, наверное, она и стоила, эта Макфа. В общем, есть разные формы Макфы. Мука пшеничная. Килограмм 74 рубля стоит. 2 килограмма 139. И селяночка. Ценника нет, не знаю, сколько стоит. Вообще хочу вам сказать, девочки, магазин, в принципе, такой же, как пустой, как он и обычно бывает в это время. Вон вообще людей нету. Никакого ажиотажа не вижу. Ну, пенсионерки ходят, потому что время пенсионерок до часу. Поэтому пенсионерки ходят, чтобы свою скидочку использовать. Так, ну, соль есть. В общем-то, дешево я не вижу что-то соли. Так, сахар тростниковый. Ну, вот он, ценники. А вот обычный сахар, ценник есть, 89,99 килограмм, но я не вижу сахара. Видимо, его не подвезли еще. Так, ну, масла растительного полно, и цены они разные. И, честно говоря, я просто мне не с чем сравнивать. Но то масло, которое я обычно беру, я вам его показала, и, в общем, оно не изменило свою цену. А вот это масло я не брала, и поэтому не знаю, сколько оно стоило раньше. В общем, показываю ценники вам. Девочки, сахара нету, зато полно всяких сладостей. Вот если к чаю там можно. Я, например, давно уже сахаром не пользуюсь. Я его добавляю только к выпечку, когда я готовлю там запеканку, что-то такое. Полно всяких разных конфет. Мне кажется, можно со сладким попить чай. Вообще сахар вреден. Надо уменьшать употребление сахара. Чтобы делать закрутки варенья, сейчас у нас еще до сих пор, у нас еще пока не созрели деревья, чтобы закручивать варенье, ягоды и фрукты. Так что, как говорится, до конца лета, до осени еще все очень много-много поменяется. Зато есть сахарозаменитель, вот такой, который я пью. Его тут 650 таблеток. Это одна таблетка, это чайная ложка. И стоит он 69,99. У меня еще запасной есть, надолго хватит. Так что без сахара можно обойтись. Сахарозаменитель можно купить. Еще другой бывает. Фит
тоже можно добавлять куда угодно. Очень концентрированный. Ну, правда, он дороговат, этот дешевле. А вот молоко, которое я обычно беру, 1.5%, мне кажется, стало дешевле. Ну, или, нет, чуть-чуть дешевле стало. Вот около 60 рублей оно стоило. Ну, практически цена на месте становилась. 2.5%. 58. Нормально. Взять еще надо на йогурт. А вот картошка стала дешевле. 37.89 стала стоить. Вот картошку можно выбрать хорошую себе. Так, морковка обыкновенная стоит 39. Капусту. На капусту нет ценника. Вот ранний картофель 74. Ну, оно так и было вообще-то. Фасованный картофель 51. Лук репчатый 19 рублей. Как было, так и осталось. Так, огурцы, помидоры сливовидные. Огурцы колючие 209. Сливовидные помидоры 229. Огурцы гладкие 199. И обычные помидорчики 199. Ну что, нормально, так и было. В общем-то, цена не изменилась. Ну вот я и дома, девочки, покажу я вам, что я купила. Купила форельку. В общем, ничего такого необычного, ничего много не набирала. Десяток яиц взяла, форельку. Кофе без кофеина по акции было в 2 раза дешевле, чем обычно. Я взяла, я его иногда пью. Молоко взяла литр, манку взяла. Манки у меня мало осталось. Вот эти мои любимые. Я на ночь, кстати говоря, вот после ужина, я ужинаю в 5 часов, и потом вечером, ну, где-то в 7, полвосьмого, я съедаю вот одну такую упаковочку, и все, больше я кушать ничего не хочу. Взяла одну сметанку, вот фундук, орешки, 2 шоколадки себе вот эти взяла, 2 бананчика, хлеб отрубной, взяла сосиски, но у них срок годности длительный, я, в общем, пускай буду, так покушаю иногда. И вот что, творожок взяла. Ну и еще я взяла овощи. Чуть-чуть картошки, пару килограмм где-то. Вот эти мои любимые яблочки, симпатичные, вот такие красивенькие. 2 огурчика и лук. Лук всегда нужен, поэтому все, вот и все, все, что я набрала. Кстати, вот мои запасики сахара у меня там где-то, ну, чуть больше 0,5 кило. Вот манки мало, я манку купила. Гречки тоже где-то с 0,5 кило есть, пусть будет, хватит. Ну и другие крупы у меня есть, в общем, все у меня достаточно. Ну вот и все, девочки, я вам показала, что я купила. Обычные покупки, которые я делаю обычно, как всегда. Иду в магазин, беру что-то там, что у меня заканчивается. В общем, то, что я обычно ем. То, что сахара сейчас нету, я, кстати говоря, на кассе спросила, говорю, когда будет сахар, вообще что с сахаром, куда он девался. Ну, мне сказали, сегодня поставки не будет, а вообще, говорит, сахар привозят, цена та же самая, цена не изменилась, и просто его разбирают, по 5 килограмм берут. Но это у нас народ такой, знаете, вот у нас как только началась пандемия, давай опять все люди набирать. Как только у нас доллар чуть-чуть начинает колебаться, народ начинает опять набирать. Ну, сейчас наберут, а потом уже, как говорится, опять он появится и будет лежать на полках, этот сахар. Потому что сахара у нас в стране полно. У нас как бы другие продукты вон лежат, и все нормально. У нас, по-моему, с сахаром все нормально, и с другими продуктами, и, по-моему, с крупами, молочные. В общем, все продукты, которые как входят в необходимую корзину, или как она там называется, да, потребителей. Все эти продукты есть в достатке, на складах, и они будут, никуда не денутся. Просто у нас кто-то поднимает ажиотаж, кто-то бежит набирать. Я сахар брать не буду. У меня 0,5 кило есть, мне этого сахара еще ой-ой-ой, насколько хватит. При том, что помимо сахара есть сахарозаменитель, есть мед, у меня есть варенье. Если что, там чаю попить, можно в конце концов с конфеткой, там, с шоколадкой. В общем, проблем никаких нету. Сахар это, знаете, это еще люди берут, когда, я же сказала уже, когда приближается время закруток, консервирования. Это, как правило, вот конец лета,
когда уже созревают плоды на деревьях, ягоды, там какие-то люди начинают закручивать варенье, компоты, вот тогда берут сахара больше. Но я думаю, что эти, кто закручивает, у них еще, наверное, с прошлого года, может, и с позапрошлого еще эти консерванты лежат. Но это вот люди, просто опасаясь, на всякий случай набирают. Но я думаю, что с сахаром все будет нормально, не стоит паниковать. Берите, как обычно, продукты, сколько вам нужно на семью, и, в общем, все будет, я думаю, все будет нормально. По крайней мере, у меня паники в этом плане никакой нету, и я спокойна абсолютно. В общем, у меня все как всегда. Ничего, я не запасаюсь, там ничего особо впрок. Все. Все, мои хорошие девочки, ну, я прогулялась вместе с вами по магазинчику, посмотрели мы полочки, цены, все, что у нас, как в Ростове, что у нас в магазине. Пишите в комментариях, что у вас там, какие изменения. В общем, панику тоже не надо разводить. И в комментариях в том числе. Вот. Ну, я сегодня хочу с вами уже, как говорится, попрощаться, потому что я сегодня готовить ничего не буду. У меня борщ еще есть. Ну, единственное, что там мясо разморозило, но просто потушу мясо и показывать, как я его тушу, при том, что оно тушится, будет в мультиварке. Я не буду. Мясо я поем на ужин с овощным каким-то салатом. Вот и все. Ну, на завтрак у меня были мюсли, сегодня с молоком. Вот, так что стараюсь придерживаться еще правильного питания. Я же говорю, что иногда бывает я раз, как бы сорвусь чуть-чуть, но не сорвусь, а там допущу себе какой-то там продукт, который не очень способствует похудению. Но потом раз на следующий день я опять, как говорится, продолжаю свою диету. В общем, нету цели особо там сильно худеть сейчас. Я думаю, просто самое главное, чтобы вес просто не поднимался, делать зарядку, разминку для своего тела, для тонуса, для общего, как говорится, самочувствия вообще полезно. Мне как-то вот хорошо после зарядочки становится. И все. Ну и вот я думаю, что как только опять солнце появится, потеплеет, птички запоют, может быть, опять у меня начнется рывок, и я как-нибудь еще попробую продвинуться в этом похудении. В общем, не мучаю я себя, я не страдаю этой темой, поэтому у меня все нормально, у меня все хорошо. И желаю вам, чтобы у вас тоже было все хорошо, спокойствие на душе, и чтобы все было нормально. Все, девочки, пишите комментарии, ставьте лайки. На этом я с вами прощаюсь. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.